Абсолютно. Посмотрим, куда мы здесь выйдем. О, смотри, какая пещера тут. Пробоина. А нормально все, кажется, выходим мы туда. Так, друзья, идем на пляж. Очередной поход на пляж у нас. В принципе, тут делать в этой деревне по большому счету нечего, поэтому я здесь загружаю видео, чтобы вам показать все, что тут происходит. Пополняю свой блог anzor.tv и ходим на пляж. Любуемся красивыми местами, пейзажами, ну, естественно, купаемся в этом чудесном океане. Сейчас каждый раз ходим разными чуть-чуть путями. И сегодня идем очередным путем, идем вон оттуда сверху. Вообще, пришлось бы очень далеко туда идти, но по дороге шли и увидели вот этот спуск. И оказалось, что спуск очень даже хороший, полезный. Не зря его здесь люди сделали. Все отлично. Значит, нам надо в эту сторону. Полицейский участок у нас. В общем-то, местечко здесь небольшое, наша деревушка, городок Санта-Крус, полицейский участок. Да, перейдем сразу. Пойдем. Извините, солнечные батареи на крышах. Они, в общем-то, везде здесь, на Канарских островах, очень распространены. Такая нормальная фишка. Здесь у нас отходят паромы, как грузовые, так и пассажирские, по островам, по этим Канарским. И кроме этого, паромы отходят в Испанию, там, в Севилью. Еще какие-то города, сейчас не буду точно называть города, но в общем не только на Канарские острова. Кроме этого есть тут и аэропорты. Дела. Так, друзья, буду я выключаться, потому что эту всю дорогу я уже в принципе все записывал. Предыдущее видео, если что, смотрите. Сейчас дойдем до каких-нибудь красивых мест. Даст Бог, и я вам все это покажу. Смотрите, Anzor TV, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.